Слухай, ну рейтинг цікавий і чудовий. І от ще більше в мене виникло бажання поспілкуватися з людиною, котра робить тату. А по-перше, ну от якщо вже там я або хтось інший замислиться про це, то як обрати якісного майстра для того, щоб не нашкодити собі? По-друге, які насправді зараз тату модні, тому що з кожним часом, з кожною епохою змінюються якісь вподобання у людей. Я знаю, там колись так. Китайські іерогліфи на руках писали, зараз якісь квіточки на шиї малюють. Ну, загалом про це поспілкуватися хотілося б мені, Анна. Ну, я тобі дам цю нагоду. Зараз давай. До нас гості завітає майстер тату, і ти запитаєш в нього все, що ти хочеш. І, будь ласка, для мене запитай його, де краще набити соняшника. Краще ніде, сказав би я. Руслан Козачок, майстер тату, член міжнародної громадської організації Асоціація професіоналів перманентного макіяжу, власник студії татуювання «Золотий дракон» і навчальної майстерні татуювання «School Studio Gold Dragon», учасник і призер змагань. Доброго ранку, Руслане. Дякуємо, що завітали до нас на інтерв'ю. Наше традиційне питання – ранок, що запам'ятався вам найбільше? Если честно, я уже не помню, когда толково просыпался, потому что обычно просыпаешься, и это все в суматохе, с полузакрытыми глазами бежишь на работу. А так последнее, это, наверное, все-таки это 14 февраля этого года было. Я наконец-то все-таки созрел к тому, что жене нужно дарить подарок. Да, я вечером подготовился, подарил ей подарок, и куча восторга было. Это было, да, это было ярко. Слухайте, ну за те, щаслива дружина, це найголовніше, і потім слухайте. А стосовно вашої професійної діяльності, ви тату-майстер, і відповідно питання найперше до вас, яке цікавить мене, тому що я, наприклад, жодної тату не маю на своєму тілі. А навіщо люди наважуються набити собі татуювання? Це певний символізм, чи це як в пам'яті якихось стосунків про якихось людей? От як ви гадаєте? На самом деле причин дуже багато. Молодежь – это дань моде, дань моде, можно сказать, подражение кому-нибудь, потому что в компаниях делают, надо и себе сделать. Более взрослые, дыхтившие определенного уровня люди – это уже какой-то статус, да, они себя обозначают. Кто-то хочет во что-то верить, да, и, соответственно, пытается какой-то стимулятор найти. Ну, в принципе, причины разные, абсолютно разные. Кто-то закрывает старые тату, перекрывая новыми. Слухайте, однозначно сказати на це. Ну, от сказали, що молодь, як данина моді, це все робить. Але мода змінюється, життя змінюється, і потім те, що колись було модним, зараз вважається взагалі, то таким, знаєте, моветоном. А як з цим бути? Тому що тату ти набив, час пройшов, і що потім? Ви знаєте, як в Європі. У них же там повний вінегрет, взагалі, да, там, то есть толкових татуїрок, такових і нет. И они приходят, выводят одну татуировку, а на это место в следующий раз делают другую татуировку. То есть это возможно? Конечно. Какие техники нанесения татуирований сейчас есть? Их огромное количество, этих техник, в основном это какие-то комбинированные техники. Но если говорить о основных, то это все-таки в приоритете реализм. Реализм – это высокохудожественные татуировочки. Да? Сложные татуировки – это геометрия. К ним относятся множество, да, направлений. Это и графика, это и что там у нас еще? Геометрия, то есть это ровные линии, да, это надписи, это трайблы, те же самые. Но трайблы уже отошли. А так традиционно это old school, реализм, трэш-полька. Да, пользуется. Трэш-полька? Да, ну это такой, это бардачок легкий, да, скажем так. С какими-то художественными элементами. Ну, это ляпы там, такое вот, абстракционные. Как начебто помылился тату-майстер, ну, да, да, в кляксу. Да, то есть вроде бы ошибся, а потом сразу это в рисуночек какой-то превратил. Вип-шейдинг сейчас популярен. Сейчас популярны такие вот минимализм, да, татуировочки маленькие. Вот девочка хочет, но не знает, чего хочет. Вот такое, чтобы было еле заметное. Да, это какие-то акварельные техники. Мінімальні, да, татуировочки такі. Вони легенькі, ненавязчиві, інтересні. А скільки взагалі зараз коштує зробити собі татуювання? Від найдешевших до найдорожчих? Є статусні майстри, да, яким записатися дуже складно. Відповідно, татуировки у них, ну, доволі-таки високі по ціні. Також багато залежить від того, від регіону, да, від рівня життя оточуючого салону. Тому що кто-то берет за время, а кто-то берет за объем. Также зависит много от сложности, да, от количества мелких элементов татуировки. Чем сложнее татуировка в исполнении, тем, соответственно, она будет и дороже.
нету так вот однозначно. Есть минимальная стоимость. Ну, давайте минимальная, та, яка є. Это мастер отталкивается от того, например, сколько он расходного материала использует в работе. Да, минималка, скажем так, вот у нас в салоне получается 700 гривен. Угу. Да, это так, чтобы я распечатал одноразовый инструмент, подготовил рабочее место и сделал небольшой рисуночек. В принципе, не сильно, да. Объем даже не имеет значения. Это даже может быть просто 5-копеечная монета. Да, то есть человек должен быть... А найдорожче от у вашій практиці ви робили тату за скільки? Ну, 1500, наверное. Да, угу. Это была спина, это большой объем, но, скажем так, крупные элементы. Если бы было больше мелких элементов, соответственно, она и стоила бы дороже. Ну і ви вже в декількох словах сказали про тренди зараз у татуюваннях. Але втім, от давайте трішки так поговоримо про окремі верстви. А бізнесмени, що найчастіше набивають, що молодь набиває, що чоловіки, що жінки, що артисти, можливо, які до вас зверталися. Давайте з бізнесменів розпочнемо. Бізнесмени. У мене був бізнесмен, він робив собі, наприклад, старославянські татуїровки. Да? Вот он сделал себе Бога. Угу. Это был, как его, старославянский бог? Ярило? Велес. Он сделал себе Велеса, да, с посохом, угу. Со всей этой посох змея там. Угу. И, соответственно, был его знак. Интересная татуировочка на плечо. Дядька довольно-таки состоятельный. Ну вот он всю жизнь проходил без татуировок и угу. захотел, и ему уже под 50 он пришел, сделал. Есть у меня люди, да, делают себе там какие-то египетские тематики, да, это бизнесмены, это большие татуировки, mm-hmm. дорогие, да, они хотят много выразительных деталей mm-hmm. на их татуировках, то есть это люди, которые готовы заплатить за работу, mm-hmm. они в основном приходят, дают какие-то идеи, mm-hmm. просят разработать под них авторский рисунок. Это не просто, да, какая-то плагиатная работа, они принесли уже готовый рисунок там и просят сделать его. Нет, это люди, подходящие серьезно к этому вопросу, mm-hmm. Они просят что-то, вот, чтобы ни у кого не было. Артисты еще набывают? Ну, творческие люди, давайте так скажем. Это в основном какие-то, если это музыкант, да, это какие-то музыкальные инструменты, да, тот инструмент, на котором он играет. Это их не там любимые артисты, угу. да, музыканты там в образе, угу. либо, ну, в основном это инструмент, там ноты, какие-то нотные строки, вот такое вот. А чи бувало таке, що набивали імена там дівчат, котрі подобаються, хлопців? Тому що я знаю, потім, було. Коли люди розходяться, вони зводять да, да. ім'я і потім набивають. Забивають. У мене був один мій колега знайомий, він зробив себе портрет своєї жінки, потім вони розійшлися, і він в итоге наложив на неї совсем какую-то некорректную татуировку там. Да, вот был портрет хороший. Выклал в Инстаграм, мовляв, дивись. Нет, такого не было. Ну, вот так, плохо разошли. А вот что зараз найпопулярніше серед молоді? Я чому запитую? Тому що я пам'ятаю, був час, коли отут завжди на руках набували якісь китайські іерогліфи, потім був час, коли кішечок набували дівчата. І от певний час є якісь певні наймодніші тренди в татуюваннях. Що зараз номер один? От ви сказали мінімалізм, так? Да, девчонки в основном делают минимализм. Ребята в основном, да, они хотят покрупнее, что-то позначительнее. Mm-hmm. А девочки, да, но снова же есть такая вещь, как черная болезнь называют. Да, стоит сделать одну, mm-hmm. там уже не остановиться. Да, то есть постепенно в это тягиваешься. А так как бы, ну вот, да, это легкие, я же говорю, легкие татуировочки какие-то, акварельные такие полуразмытые элементы. Mm-hmm. А якщо говорити про тату для дівчат, там же ж існують різні варіації, не лише тату на тілі, а це тату губ, брів, перманентний макіяж. Це зараз теж дуже популярно, так? До вас Очень. Звертаються? Так, це зараз в тренді, тому що, во-первых, ну, как бы, облегчает жизнь женщине в плане того, что ей не нужно вставать с утра, тратить ей массу времени на то, чтобы привести себя в порядок. Угу. В принципе, и ребятам это комфортнее, потому что не нужно жену ждать там или девушку, чтобы она там намарафетилась. Да, соответственно, есть не просто там, скажем так, эстетическая какая-то задача в перманентном макияже, но также это физиологическая, потому что, скажем так, есть люди, которым это необходимо. Да, онкобольные девочки, у которых ну, просто нет волос, им нужны брови. И они приходят, обращаются. У меня была ученица, которая работала в онкоклинике. У нее был там кабинет, и она делала такие процедуры. Тобто це, грубо кажучи, на місці брів набиваються татуювання під виглядом брів. І таким чином тобі не потрібно кожного ранку прокидатися і наносити Совершенно макіяж. Верно. Ти вже прокинулася это, і одяглася, і пішла да, на роботу. Тобто у нас є тенденція моди. Сьогодні це модно, завтра це не модно. Сьогодні одна форма модна, завтра друга.
сегодня один цвет, завтра другой. Перманентный макияж, он тем и хорош, что он, да, особенно сейчас современные техники, это легкие поверхностные какие-то теневые. Да, да, он временный. Mm-hmm. Соответственно, он сошел через полтора года. Mm-hmm. Если вы хотите, вы продолжаете этим mm-hmm. заниматься, не хотите, то есть вас не привязывают. Mm-hmm. Да, ну, вы не важливо. Хотите, не делаете. А якщо говорити про конкуренцію серед тату-салонів, наскільки вона жорстка, чи існує вона взагалі, і як виживати в умовах конкуренції, як бути кращим за салон-конкурент? Я думаю, наверное, все-таки стремиться к какому-то развитию. Да? Просто стать и остановиться на том, что ты умеешь, этого недостаточно, потому что рано или поздно ты с рынка просто выпадешь. Нужно следить за тенденциями, которые там ну, на волне, да, и, соответственно, им соответствовать. Надо постоянно развиваться. То есть даже сейчас, как бы, раньше, я помню, когда мы начинали, это более 20 лет назад, мы все рисовали от руки, угу. да, все эти татуировки. То есть человек пришел, сделал заказ, и ты ему рисуешь, а тут он передумал с одного плеча на другое, а у тебя уже получается зеркальное отображение. Сейчас это проще. Да, взял принтер, распечатал, в фотошопчике что-то там подделал, и все, и как бы нормально. И потому, как бы, даже сейчас вот с этими техниками мы все равно рисуем, да, мы пишем картины, то есть масло, акварель, да, гуашь, это все, карандаш, шариковые ручки, используем все инструменты, которые есть под руками. Тобто, не дивлячись на технику, все-таки творчий підхід, він залишається у вас? По-любому, его нужно развивать, фантазия должна работать постоянно. Ну, якщо добре розвивати свою фантазію, добре творчо підходити до клієнтів і взагалі бути успішним салоном, наскільки це прибутковий бізнес з точки зору саме бізнесу? Це доволі-таки прибутковий бізнес. І, ну, знову ж, я ж говорю, от, якщо б мені моя робота, наприклад, не подобалась, да, то я б вже, мабуть, давно згорів, працюю по 14 mm-hmm. часов в день. Тому що іноді, да, уходиш в 8, починаєш працювати, приходиш десь в 11, в 10. То есть, по большому счету, ты живешь на работе. Mm-hmm. И потому я не могу сказать, что она не прибыльная. Она прибыльная, то есть на булочку с маслом у меня всегда есть. Ну і тепер дуже важливе запитання для тих, можливо, хто вже зробив собі тату, але передумав, можливо, щось інше хоче нанести або взагалі хоче вивести. Наскільки це складний процес виведення татуювань? От зараз. Ну, многое зависит от того, сколько раз делалась эта татуировка, потому что наслоение цвета на цвет требует какой-то повторной mm-hmm. процедуры. Сейчас, слава богу, есть такие средства, как лазер, да, и люди уже научились им пользоваться, потому что раньше, во-первых, не по назначению использовали лазеры, были шрамы, да, вот эти вот страшные результаты. Сейчас уже все происходит намного лучше, особенно если не было перекрытия. То есть, если это одна татуировка, mm-hmm. и ее вывести гораздо проще, либо наложить на нее другую татуировку. Гораздо сложнее с перманентным макияжем, когда вот раньше там делали, да, такие плотные техники использовали в татуаже. Потом, когда уже происходили возрастные изменения, да, эти брови опускаются, mm-hmm. все это становится печально. Да, мастера, не было ни лазеров, mm-hmm. ни ремуверов, и они забивали. Mm-hmm. Забивали какими-то белыми телесными mm-hmm. цветами. Лазер же, по большому счету, на такие цвета просто не реагирует, mm-hmm. так как, да, он, ну, в принципе, его действие не навреди, mm-hmm. и он не видит белые, там, определенные цвета не видит. И тут уже нужно включать в работу такие дополнительные химические элементы, как ремуверы. Тобто, грубо кажучи, для того, аби легше було вивести татуювання, треба його професійно, правильно нанести. Так, совершенно верно. Подход. Угу. Очень важно, во-первых, подход к процедуре, это изначально угу. архиважно, а второе, это серьезно подходить к вопросу удаления. Или исправления. Дякуємо за цю розмову. Сподіваємося, що вона стала корисною для багатьох наших глядачів. Ну і, звісно, очікуємо в нашій студії вас знову. Так, будь ласка.